Привет, народ. Кто там любители Mark II? Корона Чейзер. Тракшн горел. Поменяли, предохранитель был перегоревший. Вот он, этот тракшн, да? То есть, не знаю, почему он перегорел. Такой 50-амперный. Под капотом находится, там под этой коробки. Вот у нас такая кнопочка. Тут слева раз, типа отключил тракшн, да? И включен. Ну, сейчас попробуем прокатиться. Муху надо убрать, как она туда попала. Муха-цикатуха. И ремень горит еще. Почему-то. Где-то говорят, что ролик там этом, натяжной механизм, там датчик находится, типа он там что-то может быть. Мозг парит. Ну, давай сейчас прокатимся. Попробуем. Попробуем тракшн. Кочком попрыгаем. От одной кнопки избавились, да? Сцепление еще жидкость грязная. Датчик,